Итак, ребята, всем привет. Заказал провода для своей Нивы. Провода нулевого сопротивления. Диаметр их 9,8 миллиметров. Так как постоянно идут пробои по этим проводам, по старым. Провода, значит, сделаны из каучука. 100% каучук. Не боятся ни маслов, ни температуры, не пересыхают, ничем ничего. Провода фирмы Бутлер. Цена на данный момент, цена их 650 гривней. Вот такие вот проводочки красивые. Так как у нас стоит газ, электронное зажигание. Это будет как раз уже до комплекта по системе зажигания, будет все у нас в идеале. Так, что вам еще сказать? Все, наконечники здесь выполнены качественно. Одеваются тяжело и плотно. Резина мягенькая. Ну, так, что еще хотел сказать? Ага, значит, внутри у нас стекловолокно. И нержавеющая спираль, ну, то есть идет бесперебойная подача искры. Ну, то есть вот так вот. Сейчас будем их менять. Для знающих менять их несложно. Сейчас мы повыкусаем у чашечки, который центральный провод стянутый. Ну, в принципе, вот и все. Значит, меняем по порядку. Меня товарищ менял, вытягивая по одному проводу. И в итоге он напутал, перепутал. Звонил мне, чтобы я потом приехал, запустил машину. То есть, порядок работы двигателя у нас 1, 3, 4, 2. Все. Сложности никакой больше не возникает. Снимаем провода. Они тут уже позасыхали так, что и снять я их уже не могу. То есть они уже просто деревянные. А эти останутся, может быть, какой-то клиент приедет с пробитым проводом. Поставим. То есть вот такие вот старые провода. Меняем вот на такую вот. Будь здоров, спасибо. Так, длина у нас получается во всех проводов почему-то одинаковая. Так, убираем пока эти соединительные штучки. Так, ага, значит не один, один по длине. Значит, самый длинный у нас будет четвертый. Так, это у нас, значит, самый короткий будет первый. Так как я вам сказал, 1, 3, 4, 2. Крышечка у нас цельненькая. Так, один. Второй, третий у нас одинаковый. Один, три. Один, три. Берем самый длинный. Это у нас четыре. И два. Зачем-то по такой длин. Второй длинный, я не понял. Ну да, я попутал. Значит, у нас 1, 3, 4. И 2, но все равно длиннючий. Маленький, покороче его сделать. Так, где наши защелочки? Да, их купить дома. Уже защелочки исчезли. Только что снимал, педал, уже нет. Вот так вот всегда и происходит. И это у нас получается центральный провод.
И на это, конечно, как-то крышки так же держатся. Сейчас посмотрим, как она будет у нас. Вот. Катушка вообще идеально ломается. Получается такая вот мощатская красота у нас. Так, ребята, запустил я холодный автомобиль. Я вам честно скажу, на холодную я заводил на газу ее, завожу постоянно на газу на холодную, хоть этого и нельзя, нежелательно этого делать. Но я вам скажу, сейчас мотор работает ровненько, идеальненько, даже не телепает. А с теми проводами ее постоянно колбасили, как будто вот идет пробой, то ли по свече какой-то, то ли по проводу, непонятно. То есть сейчас двигатель работает просто идеально, я вам скажу, на холодную. Машину только загнал с улицы. Спасибо! Заходи, если что.